Всем салют, Редхард тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать на самом хардкорном сервере, сервере Неудержимый. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон зимний, серия пятая. Пятая серия, а начинаем мы с вами с нуля. Ну все потому, что в предыдущей серии нам, ну, в паре моментов, так сказать, не повезло. Если не видели, оставлю ссылочку, обязательно посмотрите. Так, начинаем мы где-то с вами вроде как на севере. Сейчас давайте до населенного пункта добежим, посмотрим, что это там такое за город. И там уже с вами поболтаем. О, да это же Светлоярск, это хорошо. Нас вон уже встречают местные жители. Надеюсь, они меня не услышат так, на таком расстоянии. Город большой, с огромным количеством лута, я надеюсь. С огромным количеством возможностей, скажем так. Как сдохнуть, так и залутаться. Так, по поводу... Нихера там сколько зомбарей ходит. По поводу предыдущей серии. Мы с вами слились, конечно, да, но мы не просрали весь лут. То есть гермомешок со строительным лутом я все-таки успел прикопать. А это самое-самое главное. Я просто на костре сгорел и забыл вам об этом рассказать. Нам, по сути дела, не хватает либо пилы, либо досок. Ну, конечно, вряд ли мы сейчас здесь где-то это найдем. Потому что пила — это довольно-таки редкий строительный лут. Так, что-то лежит. Рубашка медика, ее можно порвать? Да. Вот смотрите, сейчас на серии добавлена новая механика. Некоторые рубашки, куртки... Не куртки, а там всякие медицинские вот такие херовинки можно рвать на тряпочки. Получаешь, конечно, одну тряпку, но иногда эта тряпочка спасает жизнь. Так вот, нужно найти пилу и доски и бежать к нашему схрону, который, по иронии судьбы, расположен на другом конце карты. Ну, пока мы доски с вами или пилу найдем... О, уже нож, отлично. Я думаю, столько времени пройдет, что мы с вами будем уже где-нибудь ближе там к карте. Что? Это же, твою мать, доски. Это же ёперный театр доски. Это... Блин, вот это жесть. То есть мы с вами в Светлоярске на крайнем севере нашли доски. Теперь мне, получается, нужно бежать до Черна с этими досками в руках. Это как бы немножко шок. Куртка тактическая, это хорошо, надо будет ее потом переодеть. Пиво Балтика нулевка, отлично. Блин, я до сих пор никак в шок, из шока не приду. Доски, мне не хватает как раз только досок. То есть я уже могу, в принципе, застроить какой-нибудь дом. Если добегу, конечно, до схрона, и если схрон мой будет лежать. Это теперь мне с этими досками шариться по Светлоярску? Ой, жесть. Зомбари еще тут на меня сагрились, надо в каком-то доме от них избавиться. Главное, чтобы они меня сейчас с этими досками не прижали. Не, ну вот это жесть, конечно. То, что нам не хватает, мы с вами сразу нашли. Это вообще прям и хорошо... И плохо одновременно. Вау, как я и говорил, это город с огромным количеством возможностей. Вот, пожалуйста, мы с вами нашли кастрюлю огромную. В ней мы сможем с вами налить чистой ключевой водицы из колонки. Плюс саму кастрюлю мы сможем нагреть либо на конфорке, если найдем, либо просто в камине. И это будет нам служить такой самодельной грелочкой. Так, вроде пусто. Я вот что думаю, мне с этими досками ходить вообще несподручно. Зомбари агрятся, не видно ни хрена. Так, давайте закроем дверь, а то сейчас... Отвали. Залезет какой-нибудь хрен сюда. Я думаю, давайте, может быть, мы эти доски где-нибудь здесь, например, скинем. Подлутаемся. Может быть, найдем какой-то рюкзак. Или куртку какую-нибудь огромную, или разгрузку огромную, куда эти доски полезут. И за ними вернемся. Блин, зомбаря давайте, наверное, где-нибудь здесь сейчас закроем. Будет он нас служить эдаким... сторожем. Вот, например, в этой комнате. Хорошая комната. Я думаю, ему здесь понравится. Будет отпугивать выживших, которые придут сюда. Но я не думаю, что кто-то возьмет мои доски. Ну кому? Кому они нужны в таком, на таком этапе развития? Это я только балбес за этими досками сюда пришел. Ну заходи, что ли. Ой. Все. Теперь ты официально сторож. Так, а вот и мой обед... Ужин или кто там завтрак. Мы уже с вами капитально замерзли.
Давайте сейчас сразу эту птичку разделаем ножом, чтобы у нас было побольше мяса. И пойдем в дом согреваться. Я тут специально домик себе присмотрел с камином, потому что я уже немножко стал побаиваться костров. Перья возьмем, вдруг найдем арбалет. Так, кусочек мяса, отлично. Нужно бегом скорее... Так, только вот надо вот этот, конечно, сарайчик глянуть. Нет, здесь ничего нет. Нужно бегом бежать в дом и согреваться. Разводить костер. Я тут веточку уже скинул заранее. Так, а я почему-то согреваюсь. Костра еще нет, а я уже так на две полоски вверх согреваюсь. Что за херня? Камин теплый, что ли, остался? А, это кусок мяса, наверное, да? Точно, точно, меня кусок мяса греет. Отлично, хотя бы мы с вами уже не заболеем ничем. Не зря все-таки курицу сначала завалили, а потом уже начали жечь костры. А то, мало ли, убежал бы куда-нибудь это... курчонка. Я в кастрюльку налил себе водички, так что мы с вами сможем спокойно помыть руки. Плюс у меня есть еще одна запасная ветка. Мы сейчас с вами сразу помоем руки, пожарим курицу, нагреем кастрюлю. И за счет всего этого сможем чуть-чуть подольше бегать по этому прохладному городу. То есть вуаля, мы с вами сейчас зарядим нашу куру. Плюс мы сейчас кинем сюда нашу грелку импровизированную. Так, не сюда. Вот сюда вот. Ну и все. Потихонечку начинаем кайфовать. Опа! Таблетки тетрациклина и бомбер престиновый. Бомбер, он же теплый вроде как должен быть. Блин, 6 таблеток тетрациклина, это на самом деле хорошо, потому что нам сейчас самая такая распространенная болячка, которая светит, это пневмония, а она как раз таки тетрациклином и лечится. То есть все-таки температура гуляет то вверх, то вниз, то мы с вами замерзли, то мы сильно перегрелись, и все это может повлиять на Димкин организм и вызвать соответствующую болячку. Но теперь мы ее с вами не боимся, потому что у нас есть от нее лекарство, и это хорошо. Пока что поиски мои продвигаются не очень успешно, потому что, ну, что там, нашли кастрюлю, таблетки. Нет никаких особо теплых вещей, нет никаких особых перчаток или что-то такого. Но жаловаться не стоит, потому что у нас пока что все тепло, все сыто. Можно продержаться еще какое-то время, пускай и недолго, но все же можно. Ха! Прикиньте, в соседний сарай зашел, нашел там веревку. Думаю, возьму на всякий случай, а то вдруг мешок найду. Захожу в соседний, и здесь, короче, у меня лежит мешок. Теперь у нас с вами есть портфель на 30 слотов, но у меня же есть веточка запасная, которую мы сейчас сломаем и скрафтим с вами добротный такой рюкзак, аж на целых 42 слота. Вот я только не помню, доски в этот 42-слотовый в портфель у нас поместится или не поместится. Сколько досок? По-моему, 8 в длину они, да, имеют ячеек. А сколько у нас здесь ячеек сейчас будет? Нет, все-таки, по-моему, этого рюкзака не хватит. Нужно искать что-то побольше. Блин, а я что-то почему-то рассчитывал, что уже и этого хватит. Нихера себе, мы с вами перегрелись аж до красного градусника. Это не есть хорошо. Кастрюля работает вообще просто как две грелки. Блин, нужно немножечко остыть. Еще 8 таблеток тетрациклина. Офигеть, у нас уже 1,5 пачки. Вот это да, вот это я понимаю. Нормальное такое начало. Кобуру еще здесь нашел. Жалко без пистолета. Здравствуйте, молодой человек. Не обращайте внимания, я тут чисто проездом. Отстань. Я же пошутил, ну что ты сразу начинаешь? Сейчас мы его в этом домике закроем, только сначала проверим, есть тут что или нет. Вроде бы как пусто. Давай, заходи. Заходите, молодой человек. Может, плащ оставите? Твою мать, чуть-чуть не сожр... Ой, твою мать! Господи. Ой. Откуда бабища-то взялась? Вроде никто не орал, никто не огрелся. Так, полицейский участок. Полицейский участок тоже бы нам с вами проверить. Ого. Это же Скорняк. Офигеть, это хорошо. Это нам и ботинки теперь можно починить. И если мы с вами найдем какой-нибудь охотник... Так, это хорошо.
это покушать, плюс возможность добыть покушать с помощью этой ловушки. Интересно, а платье, кстати говоря, можно порвать или нет на тряпочке? Да, хорошо. Не будем тратить наш нож, поэтому порвем руками, пускай всего одна тряпка, но это лучше, чем загадить нож, затупить его. Ну, неплохо, неплохо, все у нас с вами вроде как развивается, только вот вода уходит просто дико, потому что мы перегрелись. Сейчас она будет в колоночке попить и уже, наверное, в полицейский участок чапать. Ого, сумка, отлично, жалко без аптечек, правда, но, блин, круто же, найдем документы или бабки, можно будет все это дело повесить на эту сумку. А, это я думал уже это какие-то документы или еще набор для переливания, отлично. Слушайте, лута в городе хорошо, видимо, я один из первых, кто здесь недавно, так сказать, заспавнился. Лута реально много интересного, ценного, так, куртка пустая, к сожалению. Итак, полицейский участок. Не знаю, что мы там сможем с вами найти. Где-то зомбарь кряхтит. Байкерская куртка. По броне она, конечно, хороша, а вот по теплоте я, к сожалению, не знаю, что она из себя представляет. Нет у меня этой таблички, не помню я всех этих составляющих. Но кажется, бомбер все-таки должен быть теплее, чем все эти куртки. Потому что все-таки это пуховик хоть какой-то. Да, в полицейском участке нашел рацию одну, с которой забрал батарейку, и все. Больше там не было вообще ничего. Рубашку берем, порвем ее на тряпки. А вон там ходит уже зомби-милиционер. Попробуем его не сагрить. Фига себе, набор юного рыболова. У нас с вами есть ятер, набор юного рыболова. Ну, Дейс так и говорит, что Диман, займись рыбалкой. Так, тут дядя на меня сагрился в классном бронежилете. Его бы отжать. А, так это тетя. Его бы отжать, но, к сожалению, у меня нечем. А жалко. А вот это вот вообще просто песня. У нас с вами есть кастрюля, которую мы с вами греем и согреваемся ею. Теперь у нас с вами есть полноценная химическая грелка. Это просто великолепно. Это нам позволит минут 15-20 забыть про... Кстати, штаны можно порвать? Да, вроде можно. Берем. Это нам позволит на 15-20 минут забыть про какие-то костры, какие-то такие все обогревающие средства. Здравствуйте. А вы кого ищете? Он туда пошел, не сюда. Так, давайте, наверное, что ли его здесь закроем. Странно, откуда это он прибежал такой тихий, бесшумный? Милиционер. Заходи. Заходи, падла. Идти надо. Срочно. Давай, давай. Аккуратно. Твою-то мать, а. Ах ты мент, а. Ловкий, умелый, обученный, специальный, а. Засранец. Походу, моя удача ко мне вернулась. Я и балаклаву нашел. И сумку. Так. Сумка Пристин. А у нас ворон, поэтому возьмем Пристин. Сумку. Мало того, что сумку, так я еще нашел ее с аптечкой. Там какая-то... Мадама ко мне пристает, что-то от меня хочет. Мы вроде раньше не виделись, но все равно она что-то ко мне пристает. Ой, жесть. Так, тут больничка рядом находится. Надо обязательно ее посетить. Вдруг мы сможем с вами там найти какое-нибудь противовирусное. Оно бы нам сейчас было очень-очень кстати. Потому что один удар от зомбаря мы с вами пропустили. Еще пару ударов, и мы по-любому заболеем. Хоть запись не выключай, лут прет просто не дуром. Это какая-то вообще вакханалия. Блин, думал фильтр, а это перчик. Топор нашли, нож нашли, сумки есть, рюкзаки есть, грелку нашли. Красота. Вроде как сервак-то хардкорный должен быть, но по луту что-то этого незаметно. На самом деле, правда, лута очень много. Сейчас еще больничку надо глянуть. Ну, знаете, больничка в Светлоярске это такая... Такое учреждение, где вряд ли когда-то что-то вы найдете, кроме вот... Шмоток всяких таких вот. О, противовирусное. Пожалуйста, отлично. Так, по совету некоторых известных ютуберов его лучше складывать в шеврон, потому что он меньше всего подвержен заруиниванию. Так, куртка пустая. Но я не думаю, что мы здесь еще что-то найдем. Так. Раз противовирусное, два противовирусное.
Светлоярске в больнице в одной два противовирусных? Что? Так что полгода никто не... Я уж думал, все, там третья противовирусная будет. Ну, блин, это морфин. Жесть, у меня уже все, у меня уже крыша едет, я думал, еще одно противовирусное. Нихрена себе мы с вами зашли в больничку. Обычно в этой больнице находишь только это. Очередь, да, стены обшарпанные. А в этот раз вообще шикарно. Халат можно? Да, и халатик можно порвать. Заодно его прихватим. Третья пачка тетрациклина. Причем 10 таблеток из 10. Жесть. Это у меня уже сколько получается? 24 таблетки? Офигеть. Вот это да. Как-то, знаете, вот с медициной прет из ряда в ряд. То есть в черном с вами в прошлый раз лутались, нам перло с вами на физрастворы и адреналин. Здесь же нам очень везет на тетрациклин. Нет какого-то постоянства в нашем везении, но хорошо и так. Тетрациклин, я, кстати, не знаю, можно ли кому-то продать на всех этих сейф-зонах. О, вот это вообще топовая находка. Арбалет, это же хорошо, у нас с вами как раз есть перья. О, еще и тунец консервированный, отлично. У нас с вами есть перья. Мы с вами можем накрафтить себе стрел и потихонечку начать отстрел зомбарей. У нас как раз тут есть веточка, плюс у нас есть нож. Ну, я думаю, этим мы с вами сейчас и займемся. Плюс заодно порядок немножко наведем в инвентаре. Так, накрафтил я себе, в общем, парочку стрел. И намусорил я тут, конечно, в углу немножко. Давайте немножко приберем, чтобы это никого тут не смущало. Нарвал себе бумажек. Штаны я почему-то порвать не смог, потому что они были мокрые. Их сначала нужно отжать, высушить, а потом их разорвать. Я уже не стал заморачиваться настолько сильно. Давайте сейчас быстренько перекусим. Нагреем заодно нашего тунца. И у меня есть отличная идея, как реализовать наш арбалет на 100%. Пускай у нас всего 3 стрелы, но сейчас сделали такую фишку, что стрелки можно вытаскивать из зомбарей. С определенным шансом. С шансом, конечно, скорее всего, в минус, чтобы вытащить целую стрелу, но все же шанс такой есть. То есть мы сейчас с вами вернемся в тот дом, где мы заперли ту мадаму с бронежилетом белым. Завалим ее и заберем ее модный, теплый, стильный бронежилет. Я, кстати говоря, очень сильно надеюсь, что она не пропала. Так, зомбарь нас медицинский этот услышал, вроде бы как. Если сейчас он сюда подойдет, в принципе, завалим его. Вдруг у него еще какие таблетки будут. Вон он стоит, тупит. А может быть, он и не подойдет. Если не подойдет, то я не буду на него стрелу тратить, потому что их всего 3. Жесть, хоть правда не выключая запись, я все в том же здании шарюсь. Это просто пипец. Тесак нашли. У нас с вами есть тесак, у нас с вами есть кожаный швейный набор. Это знак. Это знак. Плюс у нас с вами есть рыболовная снасть. Это знак, что нам надо с вами заняться промысловыми какими-то такими мероприятиями. То есть рыбной ловлей, добычей пушнины. И из этой пушнины крафтить себе колчан. Плюс какие-нибудь там кожаные шмотки. Все те же перчатки и прочее, прочее. Ну, это меня, конечно, понесло. Нам бы еще какую животину найти сначала. И завалить ее. Ладно, если завалить там, ну, с арбалета, может быть, как-нибудь завалим, то вот найти ее, это довольно-таки проблематично. Лучше мы, конечно, проволоку нашли колючую, нежели ятер этот. Так, дай бог памяти, где мы с вами закрыли эту зомби-женщину, которая была в бронежилете. Вроде где-то за полицейским участком, какой-то красный кирпичный дом. Я надеюсь, что она еще не пропала, никуда не ушла к подружкам там на вечеринку на какую-нибудь. И что она еще несет пост и тусуется в этом здании, там, где мы ее оставили. Так, слышу. Да, вот она, отлично. Давайте, дамочка, подходите к окошку, подходите за премией. Давайте сбоку, может быть, попробуем зайти. Может быть, там будет более удобный ракурс. Да, вот она. Подходите ближе, не стесняйтесь. Отлично. Какая красотища этот арбалет все-таки. Опа, а что я сарай не залутал? Косяк, а тут же может быть что-нибудь лежать. Вот, пожалуйста. Одна короткая палочка. Это хорошо, у нас как раз, по-моему, было 4 лишних пера. Сможем сделать еще одну стрелу.
Очки на месте. В прошлый раз я их тут находил. Так, брелок, брелок. Ну, давайте возьмем. Я не знаю, конечно, для чего он может быть. Жилет. Так, а почему не оделся? Жилет, жилет, жилет. Где мой жилет? А, у меня кобура. Так, кобуру выкинем. Положим милиционера. Или взять. Ого, мы греемся. Интересно, может быть, белые шмотки обладают какой-то большей теплоемкостью относительно обычных вещей? Ну, то есть, вот есть синий бронежилет, и мы вроде как в нем мерзнем, а в белом бронежилете, может быть, мы согреваемся? Ну, конечно, это может быть бред, но мы согреваемся зимой. Отлично. Офигеть, даже антиррад мы с вами находим. Так, блузку можно порвать? А блузку порвать нельзя. Магазин на ПМ, отлично. Я тут книжек себе надрал, у меня уже бумажек хватает на очень-очень много костров. Слушайте, ну неплохо. Пока что мы с вами вроде как, конечно, зажиточными баринами... Так, патроны берем. Баринами не стали. У нас есть еще пробелы в кое-каких вопросах. Но все же, мы уже немножечко с вами приближаемся к такому статусу зажиточных лутальщиков, нежели каких-то голожопых аборигенов. А вот и еда. Лута просто дохренион. Рубашку порвем. Я тут потихонечку иду в это офисное здание в надежде найти там какую-нибудь, может быть, медицину, может быть, какой-нибудь огнестрел, потому что там вообще непонятно, какой шанс спавна всего этого дела может быть. По пути, конечно, залутываю все оставшиеся дома. Кстати говоря, нужно проверять гаражи на предмет нахождения канистр с бензином, потому что сейчас для всех абсолютно бензин — это большая ценность. Еще тетрациклин. Да вы издеваетесь. Да куда мне его столько? Почти целых 3 пачки. Охренеть. Бензин сейчас является большой редкостью и большой ценностью для все тех же кланов. Плюс тут знакомые у меня компании играют. Им тоже как бы это дело нужно. Так что вам на заметку, если нужен какой-то там этот барыш, чтобы поторговать с каким-нибудь кланом. Кстати, здесь на сервере уже есть один клан. Это наемники, они вроде как обитают в Новодмитровске, так что можете с ними приходить смело торговать. Ну, за этого, конечно, в Дискорде спешите, чтобы они вас не подстрелили. Вот. Ищите бензин, несите, я думаю, у вас их его с удовольствием выкупят. Так, что-то как-то там дохрена зомбарей ходит. Нужно их либо как-то аккуратно не сагрить, обойти. Ну да, вот как... О, нихера у нее там рюкзак. Мне же не показалось. Так, дядя, заходи, ты будешь жить здесь. Аккуратно, не бей меня, пожалуйста. О, да, у нее альпинистский рюкзак. Вот это хорошо. Так, 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 надо подумать. Ее надо где-то замочить. Ларек. В принципе, да, в принципе, вариант. Только надо туда как-то заскочить, так что меня зомбари жопу не откусили. Давай, 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 Диман, давай, 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 давай. Ой-ой, что-то их как-то много бежит. Так, штаны с чем? Патроны. Плюс магазин на кольт, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это все второстепенно. Нам нужен зомбарь с рюкзаком. Вот он мой красавец. Отдай рюкзак. Отлично. Только вот проблема в том, что у меня стрел-то всего 4. А зомбарей слишком много. Ну, да твою мать, сраная текстура. Еще и стрелу просрали зазря. На тебе в ухо. Блин, стрелку одну зазря просрали. Все, теперь у меня вместо 3 стрел 2 осталось. Можно одну сейчас заточить. Быстренько скрафтить себе запасную стрелу. Замочить еще одного зомбаря. Но остальных придется закрывать, потому что как бы выхода другого нет. Стрелять из чего-то у меня особо нечем. Кидаться ножами я тоже не буду. В рукопашку я против зомбарей не пойду. Антитоксина у меня нет. Ну давай. Давай сейчас еще одного завалим. А всех остальных попробуем закрыть. Вот в чем не цель. Ну и все на этом. Остальных зомбарей нужно закрывать. Так, сколько их? 2? Ну отлично. 2, я думаю, с вами сможем закрыть. Вот хотя бы даже в этом доме с пьяниной. Блин, тут все двери открыты, это плохо. Заходите. Так, что-то как-то это все плохо получается. Так, раз, два.
три, четыре. Нет, что-то это как рюкзак, блин. А, твою мать, я сейчас, короче, заболею и придется тратить мой антивирус. Это будет не очень хорошо. Нет, у меня есть другой план. Другой у меня план есть. Мы вроде ничем не заболели, это хорошо. Там есть гаражи. Давайте в гаражах попробуем их закрыть. Я просто боюсь слишком далеко от ларька убегать, потому что если я убегу далеко, то труп с рюкзаком может пропасть, и это будет фиаско. Зря получали люлей, зря тут бегали, зря топтали ботинки. Ну, давайте, подходите по одному, по двое. Давай, давай, давай. Так, вроде как двоих, я надеюсь, мы там закрыли. Так, еще один. И последний. Давай, 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 давай. Заходи, 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 заходи. Отлично. Только бы никакой выживальщик эти гаражи не открыл. Так, скажите, пожалуйста, что трупы на месте. Отлично. Отлично, они здесь. Целые и невредимые. Где мой рюкзачок? Вот он, мой хороший. Херась, он здоровый. Офигенно. Просто офигенно. Даже рюкзак я свой возьму. Так, вытаскиваем стрелы. Раз. Дэмэдж, но он вроде как берется. Почему не стакаются они? И третья стрела. Пристин. Я вот не знаю, дэмэдж стрелу можно будет еще использовать или нет. Ну хотя бы две стрелы мы с вами забрали. Если бы, конечно, еще не та четвертая, которая попала в текстуру, было бы еще лучше, но... Так, магазин. Берем, отлично. На скорпион. Скорпион бы еще сейчас сам найти. А то у нас с вами только арбалет. Если против зомбарей он более-менее адекватен, то против людей... Против людей я вряд ли смогу его использовать, потому что с моей меткостью, с моей реакцией... Так, кто-то там лежит. Сначала комнаты, а потом уже... Ух ты, карманы съемные. Слушайте, а карманы можно взять. Они, в принципе, места не занимают. А вдруг мы с вами найдем бронежилет топовый, а у нас уже будут карманы. Это же красота. Рюкзак надо будет свой где-то скинуть, потому что, ну, зачем он мне нужен? Зачем мне два рюкзака таскать? Сейчас вот это офисное здание залутаем. Посмотрим, что мы здесь сможем найти. Кроме этих пустых карманов. Ну, я так понимаю, что ничего. Но еще крыша есть. Надо еще крышу чекнуть. Потому что на крыше тоже в центре бывает лежит всякое интересное. И... Ну, лежит, но, к сожалению, не в этот раз. Зато отсюда открывается отличный вид на этот город. Так, выживших вроде не видно. Где-то в той стороне лежат у меня доски. Надеюсь, они еще не пропали, их никто не унес. Я вот думаю, что нам теперь с этим огромным грязуком? Сходить за досками или полутаться? Наверное, все-таки сначала схожу за досками. Еще одно интересное место. Ты, твою мать, ты откуда взялся? Еще одно интересное место, хотел сказать, в этом городе. Падла, а? Как ты меня догнал? Это вагончики. Блин, почему они догоняют на полном спринте, я не понимаю. То есть ты бежишь от них, а они все равно тебя догоняют. Что это вообще за хрен такой? Спринтер какой-то нехеровый, смотрите, он какой реактивный. Жесть, а. Сиди теперь, думай над своим поведением, козел. Вот, тут, в общем, вагончики. Хочу залутать вагончики, потому что в вагончиках вообще самое такое. Имба должна быть. Не должна быть, а будет. Вот, смотрите. Блузка пустая. Ну, почти имба. В какие-то периоды жизни одна эта тряпочка нам может спасти жизнь, но не сейчас. Сейчас мы этим заниматься не будем, потому что тряпок у нас уже пал... О, зажигалка! Это хорошо. Как раз то, что нам документы. Ну, возьмем. Возьмем, вдруг пригодится. Зажигалка это вообще... А ты кто такой? Да ты это моя хорошая Мосинка. Да это же красота, да еще с прицелом. Так, топорик нам бы куда-нибудь скинуть, а винтовочку забрать. Отлично. Отлично, я сказал. Винтовка Мосина это довольно-таки распространенный калибр, поэтому я по поводу патрон не переживаю. О, ИШ. ИШ это хорошо. О, еще и с магазином.
У меня как раз есть запасной. Сейчас мы его снарядим до конца. У меня еще где-то завалялся магазин на Скорпион. Давайте сейчас полный зарядим. Разрядим магазинчик от Скорпиона. Ишь, хороший пистолетик, он занимает мало места. По убойности он, конечно, такой себе. Зомбареву обычному нужно 2 выстрела в голову попасть, чтобы он умер. Но не суть важно. Хотя бы какой-то огнестрел у нас уже с вами есть. Мы с вами хоть какую-то боеопасность для остальных выживших уже представляем. Так, тут рядом еще будет блокпост. Но на него я на самом деле не хочу идти. Потому что у меня цель какая? У меня цель эти доски донести до моего схрона. Так, это градусник. Нахер я сюда залазил? Блин, у меня выносливости не хватает. Давай. Доски очень много весят. Так, ты кто такой? ПМ. Отлично. У меня же есть как раз магазин на ПМ. Ну, начинается вот эта вот куча пистолетов, по чуть-чуть патронов. Неплохо. Можно будет парочку зомбарей убить, потому что у ПМ убойность уже побольше, чем у ежа. Давайте на вокзал аккуратно, ты что? Чуть деду на голову не наступил. На вокзале его закроем. Потому что здесь больше нигде таких удобных мест нету. Нихера себе генератор на вокзале. Кто-то забыл. Аккуратно. Больше ее закрывать особо здесь негде, потому что здесь ларьки и больше никаких таких интересных мест нету. Блузка опять же пустая. Так, магазин на ТТ, хорошо. Вот ТТ бы найти было бы неплохо на самом деле, потому что ТТ такой убойный калибр, плюс у него убойный пистолет, плюс у него убойный калибр и распространенный довольно-таки. Давайте вот этого зомбаря завалим. Красота все-таки, а арбалет это имба. Если, конечно, у вас есть стрелы. У тебя что-нибудь было? Нет? Отдай тогда стрелу и гуляй. Так, еще я хотел бы проверить здесь, рядом эту туристическую... О, адреналин, отлично. Туристическую точку, где карта, где столик стоит охотничий. Но прежде, конечно же, нужно осмотреть ларьки, в которых дохрена всякого разного лута. И магазины, и медицины. Слушайте, ну вообще ништяк. У меня уже на ПМ получается 3 полных магазина будет. Нормально, если что, от стайки зомбарей сможем, в принципе, отбиться, да? Как раз там у меня один патрон. Ух ты, Блейз. Блейз, Блейз. Так, давайте один патрон доснарядим. Чик. Отлично. Блейз на самом деле бы взять. Я думаю, его можно было бы на алтаре продать. Но у меня на него патрона нет. Поэтому мы его скинем просто здесь на асфальте, чтобы кто-нибудь его нашел и забрал. Потому что, знаете, ну, можно было его вместо Мосинки повесить. Но на Мосинку, я чувствую, мы с вами патроны найдем с гораздо большей вероятностью, чем на Блейз. Потому что калибр такой, что... Ух ты, балаклава. Магазин. Жесть. Балаклава. Ну, в принципе, что это, что то. Так, смола эпоксидная. Ну, возьмем, наверное. Шапку ей нельзя починить. Я знаю, что и шлем можно починить. И вроде как кто-то говорил, что можно чинить спиннинг. Но я этого еще не проверял. Так, мы остановились с вами на вагончиках. Какие мы вагончики с вами осматривали, какие нет. Вот это, по-моему, мы уже с вами смотрели, да? Так, там кто-то лежал. А, это книжка. Гаечный ключ какой-то разводной, нахер не нужный. Так, да, мы все-таки с вами эти вагоны лутали, поэтому уже будем уходить отсюда к другим вагончикам. Давайте мне патронов, пожалуйста, на Мосинку, на мою. На Мосинку было бы неплохо найти патронов, на самом деле. Так, вы кто такие? О, это же швейный набор, отлично. Сейчас шапку сразу починим, чтобы нам было тепло. А шапка не чинится, да? Блин, жалко. Вот я помню, что на прошлой зиме эта шапка была очень-очень теплой. И хорошую бы такую шапку в хорошем... Так, еще одна книжка. В хорошем состоянии неплохо было бы заиметь себе. Панама. Отлично. На блокпост, как я уже сказал раньше, я не пойду. У меня цель сейчас совершенно другая, поэтому... Ну и он нахер.
Возвращаемся мы с вами в порт. Хочу я здесь залутать вон те вагончики и плюс контейнера, которые расположены в самом порту. То есть я не знаю, как вы догадались или нет, но мой план заключается в том, чтобы залутать абсолютно весь Светлоярск, то есть каждое его здание. В КПП-шку мы с вами уже заходили недавно. Ну или давно, там уже может что-нибудь заспавнилось, но я туда второй раз не пойду. Так, контейнер пустой, к сожалению. Когда мы с вами отсюда выходили, вдоль этих ангаров ходило очень много зомбарей. Поэтому нужно быть предельно осторожными, потому что у нас с вами выносливости очень мало. Из-за этих сраных досок мы задыхаемся просто на раз. Я даже на самом деле не уверен, что я... Ой, тут занято. Я не уверен, что я смогу по еде вытянуть все это путешествие, потому что нам идти с вами на совсем другой конец карты. Мы хоть с вами и нашли много консервов, но одних этих консервов не хватит. Нужно с вами искать какой-то еще один источник пропитания. Так, вот они и контейнер-катушечка. Хорошо, но не нужно. Так, ты кто такой? Приклад, цевьё. Запчасть, короче, какая-то от автомата не нужна. Блин, контейнера пустые. Я на них такие надежды возлагал, а тут, короче, голяк. Ну да. Голяк и колесо. Но еще надо посетить эти вагончики. Ой. Ой-ой. Блин, выносливости мало. Мало выносливости. Отстань. Не люблю этот... сарай. Давай. Ой, фух, хорошо закрыли. Ты что делаешь? Давайте его в контейнер что ли закроем. Ты что тупишь там? Может пристрелить его? Давай, замри. Ой, короче, Робин Гуд из меня так себе. Зря стрелу потратили. Давай, иди сюда. Сейчас закроем его здесь и все. Засранец, а? Стрелу заставил на себя потратить. Ну не говнюк ли, а? Так, и вагончики. Вообще надо было их сразу залутать, как мы с вами это офисное здание лутали, но я почему-то вот по такому странному плану действую. Хрен его знает почему. Так, кто-то лежит. Хлорные таблетки. Это хорошо, хлорные таблетки всегда пригодятся. Так, кто-то где-то орёт. Подходите ближе. Все? Да, все. И стрелы кончились. О, нифига. Мы вытащили стрелу. Отлично. Ты что, лег-то? Откуда они, интересно, бегут с такого огромного расстояния? Чего в зомбаре, интересно? Открывашка, отлично. Открывашка, это хорошо. Открывашка, твою мать, позволит нам... О, вот это вообще четко. СВТ-шка-то это, грубо говоря, автоматическая мосинка, полуавтоматическая. Так, где там дамы? А, слушайте, точно, прицел. Прицел с мосинки подходит на СВТ. Чуть не забыл. Блин. Зарядить забыл. Отличненько. Так. Отдай стрелу. Стрелу отдай. Чё ты не хочешь? А, арбалет, наверное, убрать надо, да? Эх. Вот этого последнего хрена мне убивать нечем, к сожалению. Ну чё ты пристал ко мне? Давайте вон до того, что ли, здания добежим. Попробуем нихера, он реактивный. Попробуем его там закрыть. Но у меня выносливости очень мало. Мне сейчас только от зомбарей бегать. То есть любой забор, любое препятствие, и я просто задохнусь, и здесь я останусь лежать. Так, давай, аккуратненько. Блин, я уже думал, это еще один. Жесть. Сейчас, короче, Тос, ох ты. Вот это бы взять, вот это бы... Дробовик все-таки такой весьма и весьма распространенный калибр, но как бы он место занимает до хрена, а у меня уже оно становится ограниченным, поэтому, наверное, мы его сейчас выкинем. Еще банка еды, офигеть, а.
где-то нам везет сверх меры, а где-то нам не везет вообще просто капитально. Давайте сейчас его здесь закроем. И будем уже долутывать. Тут осталось прям вот совсем чуть-чуть зданий. Да не ори уже, что ли ты. Немножечко зданий осталось. И на этом наше путешествие по Светлоярску закончится. Курочка. Отлично. Мы ее сейчас сразу раздербаним. Только мы ее, наверное, с вами руками порвем, чтобы было больше перьев, чтобы сделать больше стрел. Давайте вот в сарай спрячемся. И здесь займемся этими расчлененными делами, так сказать. Сколько у нас перьев получится? Блин, получилось 11 перьев. Ой, птичка как интересно поет. Красиво. 11 перьев. И ни туда, ни сюда. Давайте сразу руки помоем из кастрюльки. Потому что я потом могу забыть, сожру еще что-нибудь, заболею, лечиться нечем. Ну, нахер нам такие счастья, приключения нужны. Блин, 11 перьев, а? 3 стрелы, конечно. Ну почему не 12, да? Можно было сделать 4 и кончилось бы сразу. А это 2 пера останутся. И не туда их, и не сюда. И хоть в голову суй и в индейцев играй. Ух ты, шлем. Зелененький. Интересно, я в нем буду мерзнуть? Шапку давайте пока что возьмем. Посмотрим, если замерзать не будем, то в принципе, может быть, шапочку выкинем. А шлем этот оставим. Хоть какая-то видимость, скажем так, защиты. Ну что, Светлоярск, до свидания. Я залутал каждое, мать его, здание в этом городе. Ну и что мы с вами по факту имеем? Хорошую топовую кастрюльку, кучу медицины, кучу всякой еды, кучу всякого полезного хламья. В принципе, самое главное — это доски. Правда, жалко, что доски в Badly Damage состоянии, нам бы их с вами донести, а еще жалко, что их 18. Это вот прям вот, знаете, как плевок в душу, потому что если было 20 досок, я бы смог скрафтить сразу и дверь, и ящик. А так я смогу скрафтить что-то одно, либо дверь, либо ящик. И как бы это не очень-то хорошо. Можно было бы бежать через центр, но я побегу по берегу. Вдруг мы с вами в лодках что-нибудь интересное найдем. Какие-нибудь марлины с приблудами всякими. Ну, в общем, идем по берегу. Ничего себе, это же перчатки. Отлично. Недалеко от города отошел, нашел сразу у двух лодок один серп и одни перчатки. Это хорошо. Мы с вами не мерзнем. Ура! А еще у нас с вами есть швейный набор. Мы сейчас эти перчаточки быстренько починим. Так, мы вроде без перчаток, смотрите, не замерзли. А, нет, все-таки без перчаток мы с вами мерзнем. Ну, значит, в вороновских перчатках мы с вами не будем замерзать, тем более. Шапку выкидываем, вешаем сюда серп. Серп, блин, очень много места занимается. Отлично. При выходе со Светлоярска мы с вами уже даже не замерзаем. Плюс у нас есть кое-какая еда. Этого нам должно хватить до Березина добежать. Ну, а там придется искать себе жрать еще что-нибудь. Потому что этого нам точно не хватит добежать до Черна. Вот почему я люблю лутать лодки на берегу. Потому что здесь часто попадаются вот такие вот марлины с рыболовным набором. Тут есть две книжки, спиннинг, перчатки и готовые к употреблению червячки. Это замечательная находка. Мы с вами сможем добыть себе еще немного пищи. Скажем так, заодно прокачаем немножко наше рыбное дело. Эх, хорошо, люблю берег. Мутантов нет, людей минимум. Так, у тебя что есть? О, патроны на ТТшник, хорошо. Лут бывает попадается в лодках весьма и весьма ценный. Монстров нету, мутантов, монстров нету. Зомбарей мало, людей тоже здесь бегает не так уж и много. Так что берег я люблю, и мне кажется, гораздо продуктивнее будет обойти по берегу до Черногорска, нежели бежать туда напрямки. Потому что в центре карты ты можешь встретить кого угодно, а вот на берегу ты встретишь кого-то вряд ли. Надо, короче, рыбалкой немножко заняться. Я совсем забыл, у нас же здесь стоит заброшенный корабль, который сел когда-то на мель. Здесь у нас есть пара лодочек, у которых я уже что-то вижу. Так, маска лыжная пусть лежит, у меня она без надобности, у меня есть своя целая невредим. Весло тоже мне не пригодится. О, серп.
Серп. Серп — это нож, но нож, занимающий 9 ячеек, это как бы очень плохо. Но он бедли дэмэдж в состоянии, поэтому его брать, я не знаю, стоит или не стоит. Сейчас посмотрим, может быть, какие-нибудь вещи найдем, порежем им. Может быть, палок заточенных сделаем. Ну, в общем, может быть, его как-то израсходуем и выкинем. А может быть, пока что с ним побегаем в руках. Так, сам корабль, я не знаю, есть ли смысл лутать, потому что на нем, ну, с малым шансом есть... какие-то вещи. Так, серпом, кстати, нельзя выкопать червяков. Это плохо. Если бы можно было сделать, мы бы сейчас его с вами прям сразу израсходовали, и все. Здесь есть парочка гражданских контейнеров. Так, краска какая? Белая. Белая краска — это хорошо. Белая краска довольно-таки в цене. У продавцов ее купить нельзя. Она весьма редкая, поэтому возьмем. Плюс тут есть парочка военных контейнеров, в которых может быть и огнестрел, и гранатки, и рюкзаки, и фонарики для пистолета. Жесть. Так, ну тут еще есть военный контейнер. А здесь у нас сейчас батарейка для военного фонарика этого. Перчатки тактические, это хорошо. Лишние перчатки лишними не бывают. Так, давайте, наверное, выкинем червяков, что ли, этих. А, нет, все вместилось. Отлично. Еще тут осталось пара контейнеров. Ну, уже гражданских. Которых как-то пустовато. Да, что-то как-то в них вообще пусто. Но тут еще снаружи есть два контейнера. Может быть, там сейчас мы какой-нибудь Марлин с Фулхимзой найдем. Или Марлин с ЗДшкой. Мечты, мечты. Да, сейчас мы здесь найдем хрен. И все. И в этом контейнере тоже. Хрен. Жесть. Ну ладно. На корабль не пойду. Не хочу. Не пойду. Все. Не хочу. Уходим. Ну как? Как я могу не зайти в Березино? Хотя у меня уже складывать нечего и некуда. Но, блин, а вдруг я сейчас найду магазин на СВТ? Вдруг я сейчас патроны на СВТ найду, а? Телогречка вот пустая. Но она тоже 30 лотов. Ну, не хочу. Не буду я сейчас перекладывать. Не буду ничего менять. Давайте мне, пожалуйста. Может быть, досок я еще две штуки себе найду, а? Мне же вот как раз двух досок не хватает. А сейчас где-нибудь глянь, и лежит они. Так. Рубашка медика с плюсиком. Что там у нас? Давай что-нибудь интересненькое. Тестер. Ну, тестер у нас один бедли дэмэдж. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. И серп я скину. Не хочу я с серпом в руках бегать. У меня есть серп целый. А этот положим здесь кому-нибудь. Может, найдет человек обратно. Вот. Вот. А вы говорите не заходить. Ну как? Отлично. Теперь мы с вами можем напрямую бежать к нашему схрону. Теперь у меня есть чем его выкопать. Давайте червячков, наверное, выкинем, потому что, ну, не знаю, я буду я сейчас рыбачить, не буду я сейчас рыбачить. В пятнашке сейчас немножечко поиграем, попробуем вместить эту лопату. Твою мать, не влезет или влезет? Сколько ты там места занимаешь? Блин, надо еще одну ячейку освободить. Господи, зачем я все это храню? Зачем мне столько всякого разного дребеденского лута? Все эти фонарики для пистолета, все эти червяки, вот, ну зачем? Ну ладно, червяки сейчас можно было бы рыбу половить, да, но вот, а фонарик зачем? Ночью играть я больше не буду, потому что у меня как-то хватило. Мы немножко с вами с фонариком побегали, полутались, хватит. Ночной дейс я вам показал. Больше не... О, спирт. Спирт, а у меня есть бинты? Бинтов-то нету, поэтому нужно брать. Так, зомбарь, аккуратненько. Так, магазин на Сайгу. Так, магазин мне не нужен, а патроны я бы забрал. Батарейку давайте выкинем. Да, батарейку. Да твою мать, нет. Хрен с ним, короче, с этими патронами. Не взял ни хрена. Твою мать, еще и заболела. Ну, жесть, а. Все из-за двух сраных патронов. Так, ты кто такой? Набор для определения группы крови. Так, давайте проверим, что мы с вами подхватили. Кстати говоря, давайте и мы воспользуемся. Ну, кровь уходит. Так что это, скорее всего, зомби-вирус. Давай, Диман, быстрее проверяйся. Врачей нет, все сам делай. Ну да, начальная стадия вируса Z. Ну, пожалуйста. Хорошо, у нас хоть две инъекции есть, а? Еще одна останется про запас.
У нас же их две. Да, вот она. Давайте ее тоже в шеврон кинем. Там она будет более защищенная. Ну и зато у нас теперь есть куда спирт положить. Блин, и патроны не забрал, и антивирус потратил так глупо. Да. Бывают в жизни огорчения. Сраные зомбари достали меня уже, а. Пытаюсь вроде потихоньку всех обходить, но все равно 1-2 откуда-нибудь прибегают и начинают мне мешать. Благо у меня есть арбалет. И я спокойненько всех их отстреливаю. Отлично. И болты еще даже некоторые возвращаются. Все, короче, перехожу в режим жадного хомяка. Взял с собой в руки карманы, таскаю их в руках, потому что у меня кончилось место. Бегаю просто как оглашенный, собираю все, что не прибито. Там отвертку нашел. Зомбарь этот опять проклятый реактивный ходит. Противогаз мы с вами сейчас нашли. Блин, фильтров бы к нему еще найти, было бы вообще прикольно. Так, броник. Но у нас беленький, прикольненький, поэтому этот брать не будем. Пусть лежит здесь, кому-нибудь понадобится. Так, дядя, ты меня не видел, я тебя не видел. Ты живешь, я живу, расходимся по миру. Короче, давайте, наверное, будем на этом заканчивать. Сейчас мы здесь посмотрим с вами сараи, посмотрим гаражики. Так, фонарик налобный, джинсы пустые. Посмотрим в сараях, что у нас есть. Посмотрим, что есть в контейнерах. И уже, наверное, на этом будем заканчивать. Серия получилась довольно-таки продуктивной на лут. Для старта мы с вами вообще просто заряжены по самой небалуй. Уже даже в руках приходится что-то таскать, чтобы складывать весь находимый нами лут. И это хорошо. И это мне нравится. Так, прицел ПУ. Не знаю, для чего возьмем. Скорее всего, мы его выкинем. Но пока что возьмем. Итак, контейнера. Пусто. Ты кто такой? Пернач. Пернач, пернач, пернач. Возьмем, наверное. Ну и в последнем контейнере голяк. Дотусовался я, короче, здесь до ночи. Ничего больше толком не нашел. Только приключения на свою жопу и все. Ладно. Давайте-ка, наверное, на этом будем заканчивать. Димка хомяк обе щеки себе лутом набил и готов уже отправляться дальше. Хочу дойти до своего схрона, построить базу, чтобы уже хомячить туда. Это, знаете, план такой просто утопия. Я с одного конца карты на другой конец карты несу сраные 18 досок. В бедли дэмэдж состоянии. Если один удар по рюкзаку пройдет, они просто заруинятся, и вся моя миссия пойдет коту под хвост. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Ну что ж, спасибо, что вы были со мной. С вами был Редхер. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.